Губернатор Московской области Андрей Воробьев в формате видеоконференции провел совещание с вице-губернаторами, членами правительства Московской области, главами городских округов. Главными темами встречи стали повышение качества предоставления государственных электронных услуг, поддержка предпринимателей и подготовка к новому учебному году. Во вступительном слове Андрей Воробьев отметил, что 95% региональных услуг реализуется через портал «Мои документы», и эта работа будет продолжена. В каждом МФЦ мы приняли решение сделать специального сотрудника, который уделит время и обучит тем, кому сложно работать на портале, для оформления всех необходимых социальных выплат. В ходе совещания был поднят вопрос развития предпринимательства. Губернатор Подмосковья рассказал, что с сентября в регионе стартуют новые меры поддержки бизнеса. Это гранты социальным предпринимателям и субсидии малому бизнесу для выхода на маркетплейс. Там можно получить 500 тысяч рублей на свой проект на дальнейшее развитие. Также Андрей Воробьев рассказал, что в августе будет реализована программа различных социальных выплат в преддверии учебного года. Выплаты получат 100 тысяч человек. Это многодетные семьи, где есть школьники по 3 тысячи на ребенка, малообеспеченные семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Они получат по 13 тысяч рублей. Особое внимание губернатор обратил и на качественную подготовку школ к новому учебному году.